Накануне Нового года произошло вооруженное нападение на магазин. Подробности смотрите далее. 28 декабря около 20 часов по адресу улица Амурская, 10, трое неизвестных с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на магазин ДНС, в результате которого получил огнестрельное ранение в живот продавец магазина 1991 года рождения. Похищены денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей. Ведется расследование.